moldfutbol.com. Самые свежие новости молдавского футбола на главном футбольном сайте страны. Вот что видеть? Давайте так скажем. Можно просто разделить первый тайм и второй. В первом тайме мы более держали мяч, более дисциплинированно. Во втором тайме был тоже один момент, который пропустили. То есть стандарт. Отработали, получили гол, пошли вперед. Не дожали игрока, команду соперника. Команду соперника поздравляю с победой. То есть они выдержали, забили. Нам еще много работы. Кристиан? Да. В принципе, Петру Кубаста с адверсаром острова. А посад дружно вспомнил. Apasat bine. Dar noi, eu sunt în principiu mulțumit Andrei de conținutul jocului. Am fost în finala treimime, am fost foarte buni astăzi, adică la porțile noastre am ținut bine spate. N-am dat voie spațiu mult adversarului și respectiv în față, dacă am avut și noi ocazia aceasta și ne-am folosit. Adică sunt mulțumit, am încercat deseori, am șutat, am fost activ. Deseori nu se primeau multe lucruri, dar jucătorii au făcut. Am fost azi ca o echipă italiană adevărată. Am contat doar pe rezultat. Ne-am străduit să facem un show, ne-am străduit să luăm doar rezultatul, doar ne-am gândit la 3 puncte și s-a primit. Poate am avut meciuri când am jucat mult mai bine, dar am pierdut, n-am luat niciun punct. Astăzi am avut și norocul de partea noastră, nu pot să zici că adică, se întâmplă în fotbal și unele circunstanțe, ai tu fază, nu marchezi sau poți să nu ai nicio fază să marchezi așa dintr-un șut din depărtare. Asta e fotbal. Astăzi noi am luat 3 puncte și sunt mulțumit de munca care a făcut jucătorii. Вопрос главному тренеру Петра Куба. Было ощущение, что команде не хватало остроты в завершении атак. Как думаете, это согласны с тем, что это связано с отсутствием опытных нападающих команды? Я согласен, что с отсутствием вообще нападающих. Если вы знаете позицию Андрея Макритского, играет как правый защитник или левый защитник. И Сливка Владислав это тоже как правый полузащитник такой, вингер. Просто, конечно. Просто полнейшее отсутствие остроты. То есть ребята, то есть я не могу сказать, они очень старались, они все это выполняли. Но есть когда. То есть надо какой-то срок, чтобы перестроиться любому игроку, я думаю, чтобы выполнять. Ну, думаю, что уже следующие игры. Владимир Амброс уже будет готов, то есть свою дисквалификацию он уже отбыл. Значит, думаем позитивным своим моментом. Ближайшие 2 недели связаны с паузой в чемпионате. Как планируете провести? Есть ли какой-то план работы с командой? Ну, конечно, мы хотим провести эту неделю такую предсборную. Мы как бы уже был договор собрать ребят на 4-5 дней, закончить игрой. Следующую уже закончить нормальной соревновательной недели. Еще такой вопрос вам. Расскажите, пожалуйста, какую роль выполняет на сегодняшний день руководство команды Юрий Сипенко? Он выполняет роль, просто помогает. Просто консультант. То есть он не претендует на какую-то более высокую работу? Он просто помогает мне лично и команде, и всем помогает. То есть, прямо сказал, роль консультанта. Кристиан, последний вопрос вам. Та игра, которую вы сегодня увидели у своей команды, насколько это близко к тому, чего вы ожидаете? Далеко ли еще до совершенства? Конечно, далеко. О чем говорить, какое совершенство? Совершенство даже и Барселона иногда не играет совершенно. Но мы сегодня чуть поменяли эти 2 игры, даже с Шерифом уже начали по-другому стратегию игры. Потому что у нас долго не шло уже с прошлого года. В первом круге мы более оборонительно, во втором круге пытались более остро играть, более рискованно. Сейчас как-то вернулись к классической нашей изначальной стратегии, да, более итальянского стиля, так можно сказать, более оборонительный план. Думаю, будем дальше так идти, играть так. То, что Нико Узхакан вернулся на основную позицию вратаря, означает, что вы разочаровались в молодом вратаре Бакштейне, как в основном вратаре команды? Что разочаровался. Был шанс у человека. Есть тренировки, каждый день смотрим, есть игра, анализируем. Кто заслуживает, тот и играет. Так,
как игроки, так и с вратарями отношусь. Что нет проблем, будет расти, он молодой еще, как бы вратарь, не очень опытный, но есть качество хорошее. Может вырасти хороший вратарь, посмотрим дальше, как будет. moldfutbol.com. Самые свежие новости молдавского футбола на главном футбольном сайте страны.